Прокуратура Швеции прекратила следствие в отношении Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании. Впрочем, данное решение шведских властей никак не повлияет на судьбу основателя WikiLeaks. Он по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора в Лондоне из-за британского ордера на его арест. Напомню, Ассанж находится на территории диппредставительства 2012 года.